зачем нанимать такого мерзавца, как Роуз? Ему нет дела до наших целей. Я бы на вашем месте не марал руки. Что нужно крысе? Еда, разумеется. Вы апеллируете лишь к их эгоизму. Но вы просчитались. Ваши люди мертвы. Я знаю натуру людей. Все их страхи и страсти. Роуз негодяй? Несомненно. Но я, Наполеон, направлю его и использую во благо Франции. Толпа откажется от свободы, если каждый будет рассчитывать забраться наверх. Артефакт в этом храме даст им иллюзию надежды. И нас ждет слава. Остановим его! Спасем народ Франции! Так мы только отсрочим неизбежное. Ты что, струсил? Тебя попросту убьют! И какой в этом прок? Ну что, не хочешь, да? Тогда я сам!